представляешь, как говорят, что пожелания клиентов учитывали в первую очередь. Больше всего критики доставалось дизайну, особенно решетке радиатора, которая сильно напоминала сетку какого-нибудь дачного забора. Так что почти всю переднюю часть модели нарисовали заново. Сбоку добавили хромированные накладки, поставили модель на новый день. Изменений внутри совсем немного. Добавились пару новых вариантов отделки, да, стало чуть больше декоративных.